Начало распродаж. Фонд госимущества дал старт большой приватизации. Об этом сообщил руководитель ведомства Виталий Трубаров. По его словам, это самый большой перечень госпредприятий, выставленных на продажу за последние 10 лет. Всего в список попали 22 объекта. Одним из предприятий, которые продадут уже в этом году, станет «Президент-отель». Также с молотка планируют пустить несколько облэнерго, угольных компаний и крупных предприятий, в том числе Одесский припортовый завод. Всего планируют заработать 22 миллиарда гривен. Напомню, в прошлом году от приватизации предполагали получить 17 миллиардов. В итоге в госбюджет поступило лишь 3.